Медведь YouTube. Тема: система охлаждения двери. Работа всех узлов, место установки, проверка датчиков. Плюс в конце система обогрева, печь. Все это будет показано в натуре и в 3D. Работа холодного двигателя. Термостат закрыт, тем самым жидкость не циркулирует через радиатор. Это называется малый круг циркуляции. То есть через радиатор жидкость не циркулирует. Жидкость нагревается, нагревает термостат, и термостат открывает клапан. Попросту если говоря, термостат — это есть выключатель-отключатель радиатора. Когда жидкость циркулирует через радиатор, это называется большой круг. Жидкость нагревает радиатор и датчик включения вентилятора, который находится или в самом радиаторе, или рядом с радиатором. Датчик включения вентилятора примерно срабатывает в пределах 84-95 градусов. В разных машинах по-разному. Движение жидкости в системе происходит за счет вращения лопасти помпы, то есть обыкновенного насоса типа, который создает определенное давление для циркуляции жидкости. Итак, посмотрим полный цикл. Жидкость холодная. Термостат закрыт. Через радиатор нет циркуляции. Жидкость начинает нагреваться. Нагревает термостат. Термостат открывается. Радиатор нагревается, нагревает датчик включения вентилятора. Датчик включения замыкает свои контакты, подает напряжение на реле. Реле замыкается и включает вентилятор своими контактами. Температура жидкости падает, соответственно охлаждается термостат. Он закрывает подачу жидкости на радиатор. И жидкость движется по малому кругу. Клапан радиатора, который находится под крышкой радиатора, нагревается и открывается. Тем самым сбрасывает лишнее давление и жидкость в расширительный бачок. Узлы системы охлаждения. Термостат. Место установки. Проверка. Просто наливаем кипяток и проверяем его работу на открытие и закрытие. То есть в кипятке он должен открыться, а когда мы его вытащили из кипятка, он должен закрыться. Датчик температуры двигателя дает визуальное значение температуры двигателя, то есть температуры двигателя и жидкости двигателя. Температура отображается на приборной доске на приборе. Устанавливается он или в двигателе, или возле двигателя рядом. Датчик температуры также проверяется в кипятке, то есть с изменением температуры на нем, в нем меняется сопротивление, тем самым меняются показания. Датчик включения вентилятора устанавливается или в радиаторе, или рядом с радиатором. При нагревании его контакты просто-напросто замыкаются.
Проверяется таким же способом. Кипяток опускаем, контакты его должны замкнуться. Система обогрева печь. Имеет радиатор, вентилятор, трубопроводы и кран. Эта система запитана помимо термостата, то есть напрямую из двигателя. Циркуляция идет, и там находится кран. То есть кран мы открыли, в зимнее время года кран мы открыли, и циркуляция идет у нас постоянно от двигателя через радиатор печки. Часто неисправность этой системы – это завоздушивание системы. Так как у нас верхняя трубка всегда находится там вверху, у нее бывает часто собирается воздух. То есть надо просто-напросто отсоединить, хорошо его заполнить эту систему и быстренько подсоединить двигатель. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал, где я буду рассказывать вот такие незатейливые видики. Ну, я думаю, что нужные и полезные. Все хорошо, удачи.